Сотрудники МЧС Абхазии совершили облет территории в верховьях реки Гумиста до ее слияния с рекой Лыкым, где предположительно может находиться пропавший российский турист Владимир Ульянов. Был совершен облет перевалов Уим и Химса, а также ледника Химса. Обследованы южные склоны реки Бзыбь, а на обратном пути – русло реки Киласур. Поиски не дали никаких результатов. Один из предполагаемых маршрутов движения пропавшего туриста может проходить в окрестностях высокогорного села Псху, исходя из чего к поискам подключены сотрудники пожарно-спасательного подразделения села. После завершения наземной части поисково-спасательной операции, которая также ни к чему не привела, МЧС Абхазии продолжает мониторинг территории в верховьев Восточной Гумисты. При появлении благоприятных погодных условий производится облет района на вертолете МЧС Абхазии. О поисках Владимира Ульянова также оповещены местные охотники, часто бывающие в данном районе. Напомним, что поиски российского туриста Владимира Ульянова ведутся с 12 мая.